Прием-прием, друзья, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня мы вместе с вами продолжаем троллить моих друзей Леску и Нубика Кубика. Сегодня мы вместе с вами станем настоящим морским существом, а именно акулой. Потому что я узнал то, что сегодня они отправляются на настоящий морской пикник, а именно на маленький островок, который полностью окружен водой. Там-то я и появлюсь и посмотрю, что они будут делать, а я их постараюсь очень-очень сильно напугать, мне кажется. Получится очень прикольно, смешно и, как всегда, безумно интересно. Так что ты прямо сейчас не ленись и поставь настоящий морской акулий лайк под этим видеороликом, чтобы пранк сегодня удался на все 100%. И обязательно жми на красную кнопку подписаться. Ну что же, заваривай чаек, готовь вкусняки. Приятного тебе просмотра. Итак, друзья, все, мы начинаем. Леска с Нубиком уже находится дома. Вернее, они находятся дома, потому что они недавно только проснулись. Леска уже переоделась, она уже в купальнике стоит, так что они совсем уже с минуты на минуту будут собираться отдыхать. Прямо туда на остров. Ты чего? Зачем полку-то сюда? Так, там Нубик снова что-то свои несмешные приколы делает какие-то. Так, ты что делаешь? Ну-ка, ты готов? Нет, все, поехали же сейчас поедем. А, кстати, да, Нубик. Готов, пошли, поехали. Прием-прием, друзья, на связи Леди Леска. Привет, и, конечно же, кто? Нубик, привет, друзья. Сегодня, друзья, мы отправимся с Нубиком на пикник. У нас новые, в общем, открыли мы остров. Очень красивый, маленький, уютный. Сейчас вам все покажем. Вот. Но, к сожалению, Шеди сегодня с нами не будет. В общем, имя. Так что мы... Ну, может быть, он присоединится к нам попозже, да? Да, я присоединюсь, да, это точно. Имя летающее. Вот. Ну, а вы, друзья, пожалуйста, пишите в комментарии, любите ли вы ходить на пикник, были ли вы когда-нибудь на этом пикнике. В общем, и ставьте обязательно лайки. Все. Погнали. Короче, да. Что там? Так, я готова, у меня, Леска, в общем, все. А ты знала? Я придумала нового монстра. Так, смотри, Нубик, я по... Я палатки беру. Нубик несёт постоянно? Я так, возьму... Это беру. Леска, так, надо еще же лодки взять. Ночное зрение, костерок и... Бери вот все, что осталось. Так, а зачем ему ночное зрение? А чуть не пойму. Стоп, зачем ему ночное зрение понадобилось, если они я на пикник идут? Я сделаю табличку дома, чтобы Шейд знал, что мы уехали. Табличку дома? Да, можно, я-то не знаю, то, что мы уехали точно. Да, давай, кстати, напишем, потому что он же не знает, что мы пойдем. Он, может быть, нас искать начнет. Так, Леска пока спустилась вниз, она, видимо, берет какие-то вещи Всех. Там еще. Так, Нубик, ты все Нубик взял? Табличку прям в доме поставил. Я бы, честно говоря, никогда бы в жизни бы не заметил, то, что табличка в доме находится. Так. Все, Леска, я поставила, пойдем. Смотри. Что он написал там, интересно? Пока пердун Шеди. О, Нубик, но он сегодня... Ну это ладно, друзья, это мы еще посмеемся над ними. Они еще не знают то, что их сегодня ожидает. Выходи. Леска, давай поговорим. А что, подожди, как... Подожди, какой пикник? Еду не взяли, ничего не взяли. А я пиццу хочу взять, обожаю пиццу. Пошли. А торт взяла? Торт уже развалился, он тухлый и развалился на кусочки. Ну почему? Так, Леска пишет еще одну табличку. Шеди. Пердун. Шеди. Мы на... Я сейчас посмотрю, сегодня Нубик так припердится, столько заводов кирпичных можно будет понаоткрывать. На острове. Приезжай. Приезжай. Так, все же вроде без ошибок. Во, отлично написала. Так. Ладно, все. Я просто хотела зайти пристановку. Как же я не завидую Леске, то, что она с Нубиком осталась. Это жесть. Это не... Врагу бы не пожелал такого. Такой должен. О, лодочка, сейчас поплывем. Леска, так, пошли, стой. Нубик. Надо на идти вместе, она? Так вдвоем. Так, и, мы кстати, сейчас пошли, все. Какая тебе... В общем, мне кажется, это очень будет самый прикольный день, потому что тем более на острове посреди моря. Нубик, это я понятно. Еще... У меня есть так, трамплина, тобой... я хочу. Подожди-ка, я не соображу. Так, справа или слева? По-моему, слева, да, должны оплыть этот остров? Так, куда они поплыли? Прямо надо плыть, туда прямо, туда. Надеюсь, то, что они хотя бы помнят, где этот остров находится, потому что если они его не найдут, это будет фейл года настоящий. Леска, там остров, там остров. Кувшин... Если кувшинки не отцвели... Так, надеюсь, друзья, короче, смотрите, остров находится вот здесь. Вот он, супер маленький. Вон он, пальма, вот. Пальма. Так что... Я же это и говорила, кувшинки. Отсюда они даже, если слушай. Что, как только я появлюсь, они убежать даже толком кувшинок никуда не смогут вообще. Кувшинок, посмотри, разрослись как. Так, все. Ну, так, лодка есть. Что будем делать? Так, приплывает давай, Леска. Давай, тут палатки, будем отдыхать. Так, друзья, на самом деле давай. Островок действительно прикольный, но мне, честно говоря, было бы немного страшно здесь находиться, да, потому что он, ну, он слишком маленький. Ой, чуть с Леской такой, друзья, что с Леской происходит? Она трясется просто как...
Че ты? Так, давай полоску. Какой-то теребонька, ничего с леской, господи. Хардбас да, какой-то палатка. Происходит, друзья, посмотрите. Слушай, а что, вторая палатка-то вообще не влезет? А что с... Как мы поставим? Что за бред? Слушай, я, получается, только одну палатку. Я не могу вторую поставить, у меня не лезет. Че за дичь происходит, друзья, смотрите. Ой, слушай, а может быть вот тут? Подожди, а как... Ты чё? Леска, это кто? Что, что происходит, пинал, друзья, это... смотрите. Кто-то пинался. Так, смотри, а мне куда? Леска, мы еще порыбачим. Порыбачим. Ладно, друзья, пускай она тогда так и сидит в лодке. Не понимаю, почему она в лодке застряла, она из лодки не вылезает. Так, ну все, палатки готовы. Леска, давай. Ладно, друзья, троллинг уже начался, походу. А еще у меня тут костер. Рыбачить будем сначала. Слушай, а почему костер не ставится? А, вот все. Так, можно что ли? А не загорится дерево, Нобик у нас? Нет, не загорится, но не рядом с ним. Если так, друзья, все, пикничок у них начинается. Что они будут интересно сегодня делать на этом пикнике? Пока что мы с вами не появляемся. Пока что нужно максимально создать атмосферу того, что все идет по плану, у них все. Господи, почему леска так застряла, друзья? Что с ней не так вообще? Давайте попробуем ТП-шнуть как-нибудь куда-нибудь, я не знаю. Сейчас, потому что это реально бред какой-то. Ну-ка. Подожди-ка. Леска, ты куда? Отсекаю рыбку. А что за бред, друзья? Она у меня в лодке застряла, и все, она вообще не шевелится. Давай, пошла. Ой, я тоже хочу рыбачить, сейчас порыбачим. Сейчас, секунду, Нобик, мне надо вокруг острова проплыть. Леска, у тебя клюет. Опа! Клюет. А что, одна только лодка, что ли? Что за бред? Лодка одна осталась. Нобик, лодка. Так, о, Нобик книжку попал. Ой, поймал, ничего себе. Леска, я книжку. Леска, ты почему мою лодку взяла? Это же моя лодка. Я хочу немножко вокруг острова, посмотрю сейчас. Ну-ка, я тут рыбачу. Леска, почему у меня книга попалась? Так, что сделала? Слушайте, друзья, это, походу, книга реально необычный попалась. Остров. Вы представляете, Нобику не попалась знаю, книжка. Не знаю, ладно, я думал, что самое время первого появления я акулы. Еще хочу. Давайте превратимся хочу в акулу. Тоже поймать. Так, давай. Друзья, вот так потом сделаем. Покупаемся. Все, давайте плавнее. Да, у меня клюет, по-моему, пошла рыба. Ой. Так. Что это я поймала? Сейчас. Подожди. Я седло. Так, потихонечку подплываем. Так, подсекаем. Седло? Да. Ты что это за остров мусорный какой-то? Ну что меня не клюет? Чего? Леска опять застряла в лодке. Чего? Я лодку сломал, друзья, лодку сломал. Жесть. Нобик. Чего леску тарабанит все это по жести какой-то, я не знаю. А это акула что ли? Это вообще, ну это же море. Все, друзья, уплываем. Вроде как акула. Уплываем. Я не знаю, это какая. Так, давайте делаем вот так. А, она уже отплыла. Так, смотрим назад. Короче, с леской, друзья, что-то сегодня не то. Она просто, она на месте все время бесконечно стоит и не двигается. Я седло и книжку поймал. Вот седло. Откуда тут может быть седло? Слушай, я поймала две рыбки золотая. Так, слушайте, друзья, что интересно там за книжка такая? Ну, как ее сжигает, вдруг там какое-то редкое зачарование. Представьте, он взял эту книжку в огонь, закинул. Ну, бас, конечно, вообще. А нет, что-то достал. Как будто... Такое чувство, как будто он меня слышит, честно говоря. Ты что, Нобик, делаешь? Очень странно. Так, я сейчас... Нет, меня точно никто не слышит. А еще, Леска, я и поймала седло. Слушай, ты не хочешь перекусить? Я что-то тоже проголодала. Что с Леской? Я не понимаю вообще. А? Давай покушаем. Давай, я хочу перекусить. Сейчас я... Короче, Нобик сегодня один на пикнике у нас, насколько я понимаю. Садимся на пикничок, на бревно. Просто что-то голова от нее трясется, башка оторвется сейчас у нее, это точно все непонятные вещи. Так, они полдня рыбачат, так. Короче, они серьезно сюда порыбачить, давай, что ли, просто приехали, или что, я что-то не понимаю. Давай, последнее. Сколько ты поймал? Что-то, друзья, скучновато, давайте что-нибудь поделаем, мне что-то не нравится, нужно так, добавить экшена, слушай, короче. Слушай, я знаешь, что еще слышала? Тут есть кораллы какие-то вообще. Опа. Особо красивые. Пойдем, ой, посмотрим. Так, ломай немного, друзья. Что случилось? О, реально, слушай, подожди, нет, может быть она... Подожди. Так, все, хоть что-то. Ты что, не... Так, уходим под воду. Ну, что за фигня? Давайте прям на дно сюда опустимся, друзья, смотрите, как прикольно это выглядит. Нобик, опа, ну-ка. А давай на растение. А можно вообще батут? Под островом спрятаться. А давай на дерево залезем. А я хочу кораллы, кстати, поймать. Я вот на самом... О, давайте сейчас леска сюда спустится и коралл начнет собирать. Мы подловим ее как-нибудь. Подожди, надо мне зеркало. Хотя леска у меня сегодня от моего взгляда, леска, она не спустится никогда. Акула возле тебя была. Акула была? Да нет, не акула. Леска, ну показалось. Акула, ну посмотри, ты что, не боишься? Боюсь. Слушай, а как кораллы? Надо чем-то ломать. Я ничего не понимаю, друзья. Это самая неподконтрольная может, дичь какая-то. Ой, смотри, так, ладно, синий, уплываем, зеленый. Уплываем. Нобик, о, все, меня это... Так. А кто меня кусает? Что акула, она делает? Наверное. Что она делает? Акула, друзья, я же говорю, сегодня леска сама себя троллит. Она просто в бревне застряла и сидит в этом слушай, бревне, короче. Какая. О,
Нет, кто-то просто покусал. А что с Нубик? А, ну ты понимаешь, я понял. А, Нубик, мне удалось один коралл синенький забрать, слышишь? Опа, ну я понял. Нубик, в принципе, по классике, как всегда, откуда-то улетел. Друзья, в общем, мне сегодня даже никого троллить не надо, потому что Нубик и Леска, они просто поехали на пикник, Леска залагала, застряла в бревне, а Нубик просто взял и погиб, короче, от того, что на батуте своем же прыгнул. Ну, классический настоящий нубас, честно говоря, по-другому никак не назвать. Я боюсь дна. Так темно и страшно. Это жесть какая-то, нормально, друзья, жесть. Я не знаю. Но почему нас батуты снесло? Почему? Так, ты коллекционировать будешь или нет? Ой, меня что-то опять... Слушай, подожди. Да, друзья. Ладно, я думаю, то, что единственное, что-то осталось еще добавить, давайте добавим такой грозовой погоды. Давайте ее включим на максимум, вот таким образом. И да, кстати, вы заметили то, что Леска и Нубик, они даже не переживают того, что они сейчас никак не смогут вернуться домой. Потому что, во-первых, здесь плавает акула, во-вторых, у них нет ни лодок, ничего. И смотрите, друзья, у меня две Лески теперь здесь. Две Лески стоит. Что за дичь? Стоп, кстати, нет. У тебя есть лодка? Подожди, нет, а где лодки же здесь припаркованы? А, так, друзья, погодите-ка, у меня один интересный... Нобик. В смысле? Одна интересная... А где лодки-то? О, пропала Леска одна. Ну, наконец-то, хоть что-то получше стало. А что делать-то будем? Ура, Нобик... рыба нормальная! Так, они пока что не понимают, что делать. Друзья, мне кажется, это не... Подожди, а как мы? Это не отдых, это ад какой-то настоящий. Подожди-ка, что-то вот тут места мало, не протолкнуться вообще. Ну вообще. Подожди, что не устроили здесь? А как домой-то поедем? А зачем только вот эту штуку рогатую поставить? Так, друзья, время появления акулы еще раз. Поехали. Давай. Дурацкое какое-то, я не знаю, место вообще. Уходи отсюда. Так, это я... Что такое? Давай. Опа, есть, укусил его. Она меня укусила. Так, две, смотрите, их земли почти не осталось, их остров весь затопило практически, вообще ничего не остается. Подожди, нам надо домой. Подожди, давай быстро, срочно надо крафтить, короче, надо лодку делать. Задели, все нормально. Так, подожди. Опа, уплыли, чуть-чуть подплыли, чуть-чуть подальше встали. Так, подожди, я топор, хорошо, что я инструменты из дома взяла, надо срочно, давай лодки сделаем сейчас. Леска, прыгающая акула. Она на тебя прыгнула только что. Ой, мамочки мои, слушай, что за дичь такая происходит? Она очень прыгала. Так, Нобик, давай, короче, все. А где? В смысле, верстак? А где верстак, кстати, что за фигня? Нобик, где верстак? Да мы не сможем скрафтить, там не хватит. Друзья, смотрите, что сейчас сделаю. Подожди, Леска, вот он живой. Стойте, друзья, смотрите. Леска, у нас остров обваливается. Ты проваливаешься. Друзья, смотрите, что от острова остается просто по нулям, короче. А что делать-то? Нубик на дереве, на листве застрял. Это листва, она постепенно сейчас опадет, потому что ствол дерева уже давным-давно пропал отсюда. Леска, что делать? Ну я не могу верстак-то, как поплывем? Да я не знаю, а что, куда все дерево-то у них делать? О, друзья, все, смотрите. Один столбик остался, друзья. Один столбик. Ну, если. Так, давай быстрее. Можем тут верстак сделать? Так, давайте на время уплывем. Не можем, нет. Я уплыву. На чем стоять? Так, скрылся из виду. Леска, у нас обвалился остров, а ты тут спокойно стоишь. Так, жесть, Нубик вообще на листве, друзья. Смотрите, что они делают. Что от их пикника осталось. Леска одна что-то пытается сделать. Подожди, так, сейчас. Сейчас смотри, Леска. Я верстак поставлю. Да что Леска, да Леска, подожди секунду. Чё не открывается ничего? Интересно, у неё так, получится подожди. Скрафтить лодки? Так, давай, Нобик, лодку Леска. Одну я сделала. Есть, давай быстрее лодку садись, поехали домой. О, друзья, смотрите, дофига, вот это я не ожидал, то, что у неё получится лодку сделать. Давай. Так, Нобик, давай быстро, пожалуйста, сейчас что-нибудь опять случится. Так, уплывай. Да что ты быстрее, как акула внизу. Земли не остается, земли не остается, друзья, я не могу лодку поставить. Я не могу поставить. Я спасу тебя. Акула, давайте за гонимся мной. За Нубиком. Опа, вот так приплываем. В смысле? Лепешка какая-то. Подожди. Фу. И так, Нубик, куда ты? Нубик, поплывет. Нубик, что за дичь происходит? Почему так тебя? Я прицепился. Где ты? Друзья, это самое... пожалуйста. Так. Друзья, я лодку угнал, смотрите. Я лодку угнал, короче, акула лодку угнала. Леска, он на лодке поехал. Лодка-невидимка. Лодка едет быстрее. Так, быстрее, слушайте, а куда они плывут? А куда они плывут вообще? Они шли домой. Да не туда ты, туда. А где, куда? Чё это за лодка-то плывет невидимая? Какая-то призрак вообще. Мы не видим. Леска, ты не туда, в ту сторону. Они сейчас, друзья, домой ещё не вернутся сегодня точно. Я ничего не вижу. Не видно ничего. Прямо, давай. Как ты видишь там сзади? За нами лодка. Я потому что знаю. Нет, это призрак какой-то. Быстрее, пожалуйста, хоть бы мы уже доплыли. Так, подожди, это земля, это наша.
Быстрее, может, Эдди уже домой вернётся. Леска, давай быстрее. Так, давай, какой быстрее, я грибу вдвоём сидим. Она за мной, она мне попу укусила. Там зомби на этом самом. Друзья, сломал, всё сломал. Так, откуда здесь столько мутантов, друзья? Откуда здесь столько? Откуда здесь столько мутантов? Давайте. Нобик, что происходит? Вот так сделаем, наверное. Так, акула. Бац, все, последний момент. Друзья, все, уплываем отсюда. Уплываем. Жесть какая. Леска, это что произошло? Смотрите, мы с вами делаем инвиз. Друзья, делаем инвиз. Я улетаю. Я стану недалеко от дома, и как быстрее. Будто бы я сейчас домой возвращаюсь. Смотрите, мы с вами ставим ясную погоду. Посмотрим. Может быть, Шэдди уже дома. Вот таким образом. Шэдди! Так, давайте скин Шэдди. Все, друзья, готово. Итак, дождь закончился. Шэдди, какой сегодня день классный. Ребят, привет! Шэдди! Какой классный день, ужасный день. Какая акула? Акулы только в больших, большущих океанах только водятся. Да ужасно было все. Это что такое? Леска, ты что делаешь? Что это такое? Да мы там вообще рыбачили, вот кораллы привезли. Ого, кораллы какие-то, прикольно. Да. Слушайте, а вы заметили сегодня день такой ясный вообще? Прям все-все-все. Какой ясный? Книгу. Так, что это за книжка такая? Вообще не ясный. Книга зачарования. Ничего себе! Сила 4, защита 3, эффективность 4. Слушай, это книжка зачарования, она очень сильная. Нифига себе, тебе повезло то, что я поймал на самом деле. Да? Да. Слушайте, прикольно. Ребята, ну что-то сегодня день вообще. Ну, с акулой вы, конечно, не того нашли, чтобы троллить, так что это, с акулой не придумывайте. Я тебе сейчас дам, не того нашли. Чего? Ты, мы там чуть живые остались. Нас остров просто вниз провалился. Его куда поглощала вниз? Акула. Ага. Она сожрала песок. Как остров может провалиться вниз? Вы что придумываете? Может. Мы так, Шэдди, мы на пикнике. А, ну я понял, это вы мне типа поставили. Смотри, Шэдди, для тебя сообщение. Чего? А, я сломала. А что тут было? Сообщение какое-то? Да. Ладно. Ой, там, наверное, было что-то полезное написано, да, скорее всего? Так, а что это такое? Где? Ты что это такое? Смотри-ка, он стену ломает, смотри. Так, конечно, я не хочу, чтобы мне сообщения тут всякие писали. Так, а почему это ты? Креативчик подруга. В смысле, какой креативчик? Издеваетесь, что ли? Проверяйте, сколько хотите, никаких креативов никогда не использую. Вот. А теперь я в компьютере. Короче, ладно, как хотите, вот, я тоже, короче, смотри, пока что забегала, в магазин сбегал, там всё. А что такое-то? Что я-то? Ты забегал! Ну-ка рассказывай, что делаешь. Это же рыба-кубик! В смысле? В лаборатории я сидел. Кузовок. Зачем? Как зачем? Для того, чтобы всякие новые зельки придумать и так далее. Так, капец, ну, конечно, я не знаю. В общем, друзья, вот такие у меня сегодня получились зельки. Я думаю, то, что в следующий раз эти зельки я покажу уже Леске и Нубику. Но на связи был Шэдди Мэн. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.